Цель любого интервью – получить максимум информации о кандидате на данную работу. К сожалению, мы видим, что сами работодатели больше, чем кандидаты говорят на интервью. По моим наблюдениям, 70% говорит работодатель, и только 30% говорит работник, потенциальный работник. Что не позволяет нам действительно понять и очень хорошо разобраться, что же это за человек, какие у него особенности, какие у него положительные качества, недостатки и так далее. Предложу вам неформатное решение. Перед интервью делайте список вопросов, которые вы хотите задать этому кандидату. Раз, два, три, четыре, пять. Наверное, от четвертого формата будет достаточно. Приходит кандидат на интервью, вы ему даете этот листок. Он читает вопрос и отвечает на него. Если вам что-то непонятно, вы переспрашиваете. Таким образом, кандидат больше будет говорить, нежели вы будете только слушать. Обращать внимание на какие-то несоответствия или интересные детали, сможете задавать уточняющие вопросы и лучше понять, что за человек перед вами. Если это вам поможет в работе, я очень рад. Желаю удачи.